Вавлинская школа номер 6 отметила свое 30-летие. В связи с праздником нынешний коллектив школы организовал встречу всех учителей, которые когда-то здесь работали, и ветеранов. В нашей школе есть чем гордиться, и мы хотим это рассказать нашим коллегам. Мы хотим их сплотить, чтобы они не оставались дома, не оставались одни, а по-прежнему были вместе с нами, и мы были тоже вместе с ними. Как отметил в поздравительной речи заместитель главы Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин, было ощущение, что в одном здании собрались все педагоги города. Ведь шестая школа для многих учителей стала своеобразной кузницей кадров, где оттачивалось педагогическое мастерство. Я вам желаю всем здоровья, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас семья была хорошо, чтобы ваш труд наше правительство и государство оценивало еще лучше, чем сегодня, чем сейчас, чтобы ваши дети вас меньше огорчали. За 30 лет школа выпустила более 2500 учащихся. Школа дважды становилась миллионером. Я пришла сюда, был Александр Николаевич Коноров директором школы. Я 8 лет заочем проработала заместителем директора по воспитательной работе и 12 лет директором школы. Для меня, конечно, шестая школа города, самая любимая. Многое изменилось в школе. Педагоги-ветераны и гости прошлись по коридорам школы, которые изменились до неузнаваемости после капитального ремонта, проведенного здесь в рамках республиканской программы. А об истории школы рассказывали им стенды, специально подготовленные в честь юбилея. Шестая школа возникла, конечно, не на пустой основе. Слились два коллектива – школа-интернат, 8-летняя школа-интернат и 8-летняя школа номер 7, тогда она так называлась. Они слились в 1986 году. Было такое время, что в школе было 52 класса комплекта. Только первых классов было у нас 7, 8 и больше. Более контингент учащихся более 1500 даже. Коллектив учителей около 100. В общем, школа была очень большая. У нас были и 6-летки, и 7-летки. И, в общем, коллективу пришлось много-много поработать. В честь юбилея коллективу школы вручили благодарственное письмо главы района. А учителя Галина Салахова, Расиха Савельева, Назия Хайрудинова удостоились благодарственных писем руководителя райисполкома. Кадрия Гимазова, Айдар Гарафутдинов, БРТ.